До 8 сентября должно быть подписано соглашение с концессионером северного широтного хода. Напомним, распоряжение о заключении концессии по этому проекту накануне подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Это событие политологи называют важной стратегической победой в Рио губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Он курировал проект, еще будучи заместителем главы региона, пишет информационное агентство «Северпресс». Эксперты обращают внимание на редкость случая, когда регион-донор получает федеральную помощь на реализацию крупного проекта. Так, строительство северного широтного хода оценивается в 236 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсант». Путь призван разгрузить Свердловскую железную дорогу и Транссиб, а также обеспечить выход на Северный морской путь через порт Сабета. С успешным началом строительства железнодорожной магистрали Дмитрия Артюхова поздравил в Рио губернатора Тюменской области Александр Моор. На своей странице в Инстаграм он написал, что проект имеет федеральный масштаб и важен для всей страны. Благодаря ему придут новые инвесторы, что обеспечит региону рост экономики и количество рабочих мест.